Всем привет, Тюни Брайтюни, с вами Механи, и Паша, и Вова, с вами был Дэш, да? Да. Здравствуйте. У нас столько людей сегодня. Да. Ставьте лайк, потому что тут куча людей. Даже да. Да, у меня уже подлагивают из-за этого. У меня нет. Ну, у меня сейчас 40 этих, FPS. А, вот 60. О, это вообще, это, ну, это самое веселое. А, это у меня лагает, знаете, почему у меня открыты много разных программ. Ну, ладно. Потом. Я просто буду тусовать. Я буду тусовать и никого не буду убивать. Если кто-нибудь останется, будет дуэль. Окей. Я же тебе еще раз сказал. Чел тупой, иди нафиг. Как ты посмел? А, я упал. Ой, я чел, а это не я. Вова, зачем ты упал? У меня самому сейчас... Нет! Да подбивай ты его, чё ты стоишь? Нет! Блин, как он так быстро ножи кидает, это читер? Сам ты читер, научись сам. А ты можешь кидать секундочку три ножа сразу? Да. Это легко. Ты очень быстро тыкаешь, все. Не, надо подождать, когда он зарядится. Блин, я сам сдох, я затупил. Блин, ладно, не важно. Тут три гости, еще две, а тетка и дядька. Ладно, мы продолжаем через 10 минут. И мы продолжаем наше видео. Ага. Меня сразу убили почему-то. Ребята, Убей, все, молодец, убил. Ребята, меня сразу что-то убили почему-то. Все, мы слово гангстеры такие. Меня этот чувак как-то через стену убил. Какого фига, даже когда ранг не начался. Потому что этого чела лысого убил? Нет. Эй, лысый, иди попысай. Шутка. Не шутка. Блин, меня убили. А он посмотри, сколько людей там. Он убил, знаешь, сколько людей? Кто? Я ноль. Нет, лысенький этот. А, лысый, нет, он убил одного. Да, я его убил. Нет, он меня еще убил как-то. Так, кто еще остался? Какой-то с этим джетпэком. Я хочу фри мэднес. Кто еще остался? Ну, чувак за степом. Он где тусовочка? Где? Он вообще в банке? Нет, он на третьем этаже, где Максим дохлый. Он тут бродит, ходит, тебя ищет. Он в комнате спален. Он ходит. О, ты слышишь музыку? Вот он. Да. Что тебе дало? Два рубина. Ой, два рубина. Я из-за Паши все уже это. Фу, сколько... я как так волновался уже. Вов, сколько у тебя сейчас? У меня 52. У меня 57. Я хочу на что-нибудь накопить, не знаю на что. А я хочу на тыковки. Какой Максимка? Сколько они стоят, я забыл? 55, по-моему, я не помню. Не, 65 рублей. Ой, 65? Этих атомы. О, вот. Вот тут же не главное. 56, по-моему. Тут только мюрдеры и все. Не, 65. Это тигернауты, и мы все с пестиками. А то что, только мюрдеры и все, что ли? Шеф, я шеф. Я тоже. Да не шеф, это я тебе еще раз говорю. Шариф. Иди к этому сходи. Пукалки. Максим! Тетка. Тетка. Гена. Я не знаю, что нужно делать. Гена. Давайте сейчас ее замочу. Вова, просто мочи тетку. Вот она. Я по ней попал, ребята. Мне один рубин дали. Мне два рубина. Я последнюю ее прибил. Не, какой-то джигур этот. Джигурда. Это не джигернаут его убил, это игра называется. Джигурнаут. У меня 59 скоро это, как там будет? Я накоплю ура. Прикольно. А сколько тебе Максим рубинов дало? 58. Ой, не 58, один мне дал. А мне 2 дало, почему? А мне тоже 2. А чё тут так кроме мюрдера ничего нет, да? Нет, мюрдер! Когда... Нет, мюрдер, да вы издеваетесь? Нет, только не мюрдер. И опять шариф. Ну блин, а вот теперь котяра вообще-то нет. Помнишь, как мы тогда... Вов, зачем ты сказал, кто ты, а? А чё?
Мы не говорим. Это Мордор, Вова. Мы не говорим нам это Мордор. Макс, да. Помнишь, когда там была куча котяр? Я, кстати, пошутил насчет этого. Давай тут сидеть. А вы где? Ну да, я тебе очень верю, да, Вова. Ты пошутил, да. Так, тут гость, мне это не... Он гость-убийца! Гость-убийца! Какой? Где? Гость-гость! Он в розовой комнате! У него последняя шестерочка. Вали, Макс, я... Блин. Вова! Убей эту сволочь! Пошел вон. О, мне 3 изумруда дала. О, каких 3? Я его прибил. Сколько тебе дала? 3. Чуть-чуть 1. А Макс себе? Мне тоже 1. Не, я профигел, когда... А я его с первого раза убил. Ой, Паш, ты выжил? Нет, я сдох. Он как-то магическим образом меня убил. А я его с первого раза прибил. Я со спины стоял у него, да? И он кидает ножик в стенку, и я подыхаю. А я с первого раза его прибил. Видели, да? Интересно, куда мы такую прикольную карту дели? Она очень крутая была. Какая? Вот это... Как там? Я Мэтт не буду кидать. Да, Мэтт Свайпер. Короче, я ножики не буду кидать. Паш, но изумрудиков получишь. Ой, Рубина. Теперь ты изумрудики говоришь. Блин, ну ладно. А если я сразу сдохну, я это не хочу опять. А я ничего делать не буду. Ой, я выиграл, я дофига единичек выиграл. А я двоек и троек выиграл. О, тройку выиграл. Я больше ничего не буду кидать. Я кучу выиграл и больше не хочу. А я взорвал. Ой, я еще тройку выиграл. Я, значит, наверное, могу выиграть. Все, последний, блин. Да почему я не сюда попал? Я тоже взорвался. Подожди, не прибивай меня. Если мой рекорд побьют, то все, ребят. И, кстати, теперь чем выше блоки, это бомба. А чем ниже, это не бомба. Поняли? Ну, давай проверим. Нет, я наоборот на самую низкую попал. Ты че? Давайте проверим, может, правда низкий. Это бомба? Да, чел только низкий выбирает, да, ребят. Ой, я же говорю. Да ну, только низкий. Не, чел выбирает только на повезло, не повезло. Да, чел выбирает только самый низкий. А вы мне не верили. О, да ну, значит, я обожаю этот режим, потому что я знаю тебя. А я на самую низкую, прикинь, попал. Может, багнулась? Не знаю. Ну тут гость, наверное, твой рекорд побьет и все. А, еще на одиночные нельзя попадать. Не, вот на самую большую попал, вы видели, ребят? Да. Да. На одиночные нельзя попадать. Гость выиграет, он на рекорд побил. Да, выиграет. Мне ничего не дало, он там такой, что же выбрать? Такой. А мне дало только 2 эмки, у меня 998. Так, у меня 54 рубина, короче. Мне 59. Я сколько покуплю. А сколько стоит за такой достеп? Это за реальные деньги, вообще-то. Смотрите, кто на первом месте. Да, это... О, да. Что это? Эйчбокс. Ой, это сложно. Там все сейчас в этом боксе, в этой коробке. Прыгайте, уворачивайтесь. Ненавижу этот режим, полностью ненавижу. О, а тут такой мазончик прикольный заиграл. А это чувак кто-то? Да, его надо убить. Блин, я только начал, меня уже убили. Меня тоже. Это читеры только тут играют почему-то. Как-то через стену стреляют ножи, и я сразу подыхаю. Почему? Вот правда, гость кинул в стенку, и я сдох. Я вообще еще живой. Итак, мы на этом видео заканчиваем. У нас сегодня будет целых 2 видео. Я его даже монтаж не буду, потому что тут монтаж нечего. Да. Я только картинку прикольно сделаю, и в общем все. В общем, мы заканчиваем это видео. Подписывайтесь на наши каналы. Rainbow Dash. Паша. Да, я выиграл. Павлик, Паша и я механик. Павлик, пожалуйста. Ну, я, в общем, скину. Там будет ссылка на все эти каналы. Да. Я скину вам эту ссылку, и вы будете играть. В общем, всем удачи и всем пока.